Казахстанская торгово-производственная компания «Радуга» работает с 1993 года. В нескольких цехах производятся изделия из пластика, бытовая химия и продукты питания. Компания ежегодно расширяет свой ассортимент. 2 года назад она запустила завод по изготовлению кускового мыла, а в прошлом году начала выпускать туалетную бумагу. Да, ну продукты питания, к примеру, у нас основное это лапша быстрого приготовления разного сегмента, дешевый, средний, средний плюс, это фигурные кукурузные завтраки, большая линейка. Здесь же у нас представлены, получается, овсяные хлопья, кукурузные хлопья. Мы производим также кукурузные палочки, попкорн, семечка есть соленая, обычная. То есть все, что сами производим, мы здесь и полностью представляем. Товары этой и других компаний Казахстана теперь можно приобрести в нашей стране. Соответствующий договор был подписан на ежегодном экономическом форуме, который прошел в Бишкеке. Чтобы товарооборот между двумя странами достиг максимальных показателей, на приграничном пункте пропуска планируется построить индустриальный торгово-логистический комплекс. К примеру, в Кыргызстане очень много молока, которое перерабатывается либо в Алмате, либо в Алматинской области. То есть не нужно будет его дальше туда везти. Можно будет его перерабатывать на ИТЛК, а продукт уже отправлять в Казахстан, Кыргызстан, в Китай и другие страны. То есть там будут стоять и лаборатории, и сертификационные органы. То есть в целом мы хотим, чтобы товар не переходил границу, а товар создавался на границе. Если комплекс построят, то очередь на границе уменьшится в разы. Помимо этого идут переговоры по строительству дороги Алматы-Иссык-Куль. Благодаря трассе добираться из казахского города в нашу область и наоборот станет намного быстрее. Особенно хорошо это будет для перевозчиков свежих и быстро портящихся продукций. Статистика показывает, что из года в год торгово-экономические взаимоотношения увеличиваются, по крайней мере, вот. По последним данным на 63%, как по экспорту со стороны Кыргызской Республики, так и по импорту. В прошлом году на подобном форуме были подписаны договоры на 17 миллионов долларов. В этом году уже на 35 миллионов долларов. Представители 20 казахстанских компаний за столь короткое время успели найти своих кыргызстанских партнеров. Альбина Айбекова, Чингиз Токторбек Олу, ЛТР, Бишкек.